Как я устроил своей девушке свидание в Москва-Сити. Сперва я купил вино. Потом я приехал в Москва-Сити и ждал своего заселения. Небольшой рум-тур по этим апартаментам. Здесь у нас находится гардероб. Те самые панорамные окна, правда, все в тумане. И то, из-за чего я взял эти апартаменты, это вот такая ванна с панорамным видом на Москву. Тем временем мне приехали шарики и букет из 101 розы, и я начал украшать номер. Я очень долго пытался высыпать сердечко из лепестков роз, и смотрите, что у меня получилось. Честно, в голове это выглядело лучше, но давайте попробуем убрать свет. Я сделал вот такую тропинку из роз. Теперь осталось дождаться девушку. Я уже встретил зайку. Она, наверное, уже догадывается, куда мы приехали. Едем на 51 этаж. Устроил. Мы уже подошли к нашим апартаментам, и она боялась туда зайти.